Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска. Пробег на автомобиле 155 тысяч километров. Двигатель здесь стоит 2.7 турбодизель, полный привод. На этом автомобиле я сегодня заменю передние тормозные диски. Колодки здесь стоят новые, пробежали всего 5000, а диски стали подбивать, поэтому решили заменить только диски, колодки трогать мы не будем. Поднимаю автомобиль, снимаю оба колеса и снимаю суппорта. Сняли колеса. Попытался открутить винт, который крепит тормозной диск к ступице. И что самое забавное произошло, я даже видео не показал это, его моментально срезало. Срезало не винт, а срезало ключ. Притом ключ довольно-таки крепкий. Я даже не знаю, как теперь его выкручивать. Здесь у меня еще длинная бита. Сейчас срезала как лезвие. Сейчас попробую его отстучать сначала. Зафиксирую тормозной диск. Я не могу. Грани пошли. Хорошо, что новые болты сразу заказал. Попробую его еще горелкой погрею. Погрел горелкой, пусть немножко остынет. Попробую его еще немножко отстучать. Пробую еще раз. Грани уже потянут. Пошел.
Хорошо, что взял баллонник крестовой. Могу животом упереться, чтобы не выскакивал. Что ж ты так прикипел-то? Смог отогреть и отбить. И у ключа тоже свернул грани. Тоже под замену биту надо. Ладно. Теперь откручиваю сам суппорт. Сзади он у нас крепится двумя болтами. Болты здесь 12-гранная шляпка. По идее, они должны быть на 20. Но на 20 головка не одевается. Видать, коррозия обросли уже. Поэтому одеваю головку на 21, 12-гранную. Вот такая головка 21, 12-гранная. И откручиваю оба болта, верхний и нижний. Затянуто хорошо. Сейчас переставлю камеру и снизу показать, какие болты. Это вот нижний болт. А вот здесь верхний болт. И оба их откручиваем. Все, болты я открутил, снимаю их. Болты обработаны, смазаны. Второй болт тоже обработанный. Снимаю суппорт и подвешиваю его. Снимаю тормозной диск. Да, время его внутри не пощадило, хотя по кромке его можно было проточить, но меняем на новый. Щеткой по металлу чищу. Посадочная
Посадочная тоже видно обработанная, смазка присутствует. Ну и как заметили, диск отошел легко от ступицы. Старую смазку и грязь всю убираю. Ну, в принципе, до того момента, пока я не снял здесь, было все нормально. А снимая с диска, с тормозного, посыпались окалины. И эти окалины надо обязательно убрать, если они попадут между тормозным диском и ступицей, то и новый диск начнет сразу же бить изначально. Поэтому лучше все убрать. Наношу новую смазку, медная смазка. Также взял мечик М10, шаг полтора, и прогоню резьбу. Чтобы новый болт у нас нормально закрутился, не закусывал. Новые болты оригинальные SYP100-241. Вот такие вот идут. Беру новый болт. Также я его смажу. Бита здесь Т50 идет. Беру новый тормозной диск. Диск тоже оригинальный. SDB-30604. Тормозной диск. Устанавливаю его сразу на место и закручиваю фиксирующий болт. Болт я тоже обработаю смазкой. Резьбу прогнал, болт новый, закручивается вообще легко. Так, диск установил. Ставлю на место суппорт. Перед этим смажу резьбу в скобе суппорта. И смажу оба болта.
отцепляю суппорт со скобы и устанавливаю его на место. Перед этим я его струбциной раздвинул колодки, утопил поршень, чтобы он у нас пошел легко на новый диск. Все, оба болта на суппорте я наживил. Теперь можно их затягивать. Все, суппорт я притянул, аналогичным образом иду, меняю также со второй стороны, устанавливаю новый тормозной диск. Заменил я и со второй стороны, но здесь вышло все гораздо печальней. Здесь грани остались целые, непобитые. Убил еще один ключ, съездил, купил ключ, но по итогу я срезал болт. Уже высверливал и восстанавливал резьбу. Попробовал выкрутить экстрактором, экстрактор тоже сломался. Начал съемку, но не увидел, что батарейка села и отключился. Камера отключилась, поэтому эту сторону я не показал, что я с ней делал. Но тем не менее, все заменил, болт новый закрутил, также все смазал. На этом все. Замену передних тормозных дисков я закончил. Всего вам доброго.